по местному времени. Если выборы не состоятся, то председатель Центральной избирательной комиссии в течение 10 дней должен нести предложение в Верховный Совет о назначении новых выборов в соответствии с нашей Конституцией. Они должны быть назначены не позднее 70 дней после результатов второго тура голосования. То есть повторные выборы? Так, это согласно нашей Конституции. Ну, а если республика обретет президента, поможет ли это решению политических и экономических проблем? Несомненно, это поможет, но многое будет зависеть от президента. Что это было с этой... А сейчас набрать ему надо. Не понимая того, что если там заплатили, попало сюда, теперь от нас возвращается к вам, то... И сделать барьер в другом месте. Да, это правильно. И надо действовать, не боясь, в интересах этого народа, а не в интересах кучки вот тут, воздующих... Я также призываю руководство, я призываю правительство, я призываю министров заняться конкретными делами. 70 проворовавшихся чиновников во главе со своими патронами, так я смею вас заверить, беру это в кавычки,